Старцев, как правило, немного. Это люди в возрасте, пожившие, имеющие, так сказать, жизненный опыт, и жизненный, и церковный опыт. Ну, пример, как старца, вот, ушедший не так давно от нас, старец Николай, с острова Залита. Наше общество сейчас, оно сильно изменилось по сравнению с дореволюционным. Раньше и старцев было больше, и влияние они имели на население гораздо большее. Сейчас у нас есть старец Иоанн, который много делает для воспитания, особенно людей, подвергшихся, так сказать, винопитию. И вообще, прекрасный воспитатель, психолог для людей мирских. Вот в Петербурге, это, собственно, он сейчас один, мне кажется, из таких вот старцев, которые влияют даже, может быть, на судьбы людей. Сейчас я... Да, вот я подаю, которых знаю, а этих не знаю. Которые не знают, они сама молиться. Да, я сейчас буду молиться. Все, Господь, все вам поправит. Батюшка, у меня есть крестница, они причащаются. А ты так скажи, не могу, не могу, протянитесь на кухню. И все пройдет для тебя. Сразу мать будешь. Да. Батюшка, еще одна просьбочка. Вы достанете к врачу, батюшка? Ну, сходи. Да? Это ты совсем здоровая. Каких болезней нет. Сама нарисовала? Нет, Баша. Я не написала. Петушок. Петушок, петушок. Золотой гребешок. Туда передай. Я слышу я. Это то профессор скажет. Откуда твои? Отец Михаил. Нормально, Ленин сын. А ты откуда? Ленин сын. Помнишь, Спановского района. А, это отец Михаил. У тебя две девочки? Будет сейчас вторая. Будет вторая? В июле, да. Помоги, Господи. А тут Геннадий Ильич, он верный труженик по восстановлению храма, самый главный. Пусть трудится, пусть помоги, Господь сын. Благословит его. Помолюсь. Валентина? Да. Это тебе, Господи? Не было, Господи, до свидания. Господи, а ты женщина, мама, слушай, гляди, не зарничай, и веди себя прилично, и жить будешь отлично. Слышишь меня? Мальчишками не делись. С Колей тоже не делись. Это с Колей ты задрался на улице. Мне даже было стыдно за тебя. Не будешь больше этого делать? Господи, сегодня крайне странно. Я же поняла. Сегодня крайне. Сама набрала. Что? А здесь?
детства надо приучать уже детей к молитве. И самая основная молитва – это научить надо сперва во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Это уж призывает ребенок Святую Троицу – Отца, Сына и Духа Святаго. Потом учить надо молитву Богородицы Дева Радости. Дети очень любят, когда Матерь Божию прославляют. Богородица, Дева Радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила, еси душ нашу. Некоторые говорят, что славянский язык непонятен. А детям очень он понятен. Что? Богородица, Дева Радуйся. Дева у нас тоже называется девица, Дева. Вот. Радуйся, это слово понятное всем. Благодатная, тоже благодать Господню. Так что, если кто хочет, церковник он быстро навыкает и славянскому языку. Некоторые говорят, что ученые, потому что надо перейти, как некоторые народы, на русский язык. Но русский язык, когда начали обновленцы переводить, то очень некрасиво все получилось. Конечно, многие слова непонятны, но священник должен объяснить, что непонятно, когда он спрашивает, да. Есть очень, может, какие-то непонятные слова славянские. Но кто хочет, может заглянуть сейчас и словари есть, и все есть. Так что очень сейчас книг столько много. Я очень радуюсь, что очень много духовной литературы. Вот. А молитвы они все благодатные. Все, которые святые отцы одобрили, они все благодатны молитвы. Вот молитва Господня, Отче наш. Это обязательно, чтобы дети также учили молитву Отче наш. Молитва Иисусова, конечно, она дана в первую очередь для иноков и монахов. Вот, чтобы их ум всегда в труде был и в молитве. Почему первые отшельники, они всегда молились, и трудились, то плели циновки, то еще что-то делали, плели корзины или еще что-то. И потом, когда нужно заработать им хлеба, кто-то шел на рынок, продавал эти корзины и закупали там хлеб или что, овощи, что требовалось для монастырской жизни. Но русская пословица прямо так говорит: без труда не выйдешь и рыбку из пруда. Поэтому и молитва, она должна быть в труде. И Господь говорит: в терпении вашем стяжите души ваши. И человек так он устроен, что ему никогда не охота что-то делать, а надо понуждать себя. Вот вы понудили себя и пришли в храм Божий, чтобы сделать то или другое дело. Так и ребенку уже надо немножко говорить ему, что вот это нужно сделать. Но все не со злобой, а все с молитвой. Даже наказать ребенка, и то учила старица Мяша. Сперва надо прочитать трижды Богородицы Дева Радуйся, а когда гнев пройдет, тогда уже накажи. А тогда же наказание, конечно, будет меньше. Вот. А когда человек в ярости, он может и очень дать хорошую затрещину ребенку или кому-то взрослому. А когда он прочитает молитву, уже дух-то уже он смирный. Дух, как и говорил преподобный, стяжи дух мирен, преподобный Серафим Саровский, и тысячи около тебя спасутся. А покаяние – это когда человек очистит свое сердце, и когда он увидит вот все гадостное состояние свое, и когда он осудит себя, а самое главное, что осудить себя. И вот тогда, через очищение сердца, и проявляется уже любовь. Не озлобленность на человечество, а любовь появляется. И он видит, что насколько он падшее создание. Почему мы говорим: помилуй падшее создание твое. Вот человек, да, там, когда молитву читаешь, что даже горее скота человек убивает. Скот не делает того, что человек убивает сына отца. Дочь убивает мать. Наверное, видели по телевидению человека закон там, да. Ухажер, который ухаживал за девушкой, убивает свою красавицу, девушку. Значит, здесь нет покаяния, значит, нет и любви. Вот. А
когда покаяние, человек приходит в сознание, что что-то он не доделал в этом мире, что-то нужно делать все, делать-то добрые дела. Господь говорит, вы призваны на дела благая, то есть на добрые дела. И если мы оставляем добрые дела, грех отнимает все, доброту человеческую. Вот за что человек впал в пьянство, ему уже и семья не нужна, ничего. И грех засасывает, засасывает его, и человек опускается хуже скотины. Поэтому там и горе скота, то скот не будет до такой степени. Вот. А человек хуже бывает скота. А когда покаяние человек, он открывает свою душу, он увидит, что насколько он падшее создание, и как надо проявить любовь к человеку. Вот. Так и говорит у нас Слово Божие, с преподобными преподобен будешь, с нечестивыми развратившимися. То есть жить надо и смотреть, что как Господь оставил нам заповеди, оставил для чего. Все, да, первую заповедь – да любите друг друга. А любовь не может сразу так возникнуть. От чего-то, от желания, от доброты сердечной. А доброта сердечная только тогда, когда человек истинно раскаивается. Он видит, что сколько еще не доделано в этой жизни добрых дел. Потому что вера без дел мертва есть. Как тело без духа, оно мертвое, так и вера без дела, оно мертвое. Поэтому пока есть время, Господь говорит, делайте дела добрые. Молитвы к Святому Причащению, там говорит, даже где преизобилует грех, там преизобилует и благодать. Даже среди грешников Господь обитает своей благодатью. Но как мы должны хранить эту благодать? Я часто привожу пример, когда мы любуемся пением соловья или скворца, или другой птички, которая поет. И если мы руками не машем, и тело движение не приводим свое, она поет долго. Но только стоит махнуть или кашлянуть, она улетает. Вот так неосторожным движением, неосторожным грехом мы отгоняем благодать Господню. Поэтому мы всегда должны жить и в чистоте, и в правде Божией. Мы зашаем молодым священникам, говорю, живите по правде Божией. Правда Божия никогда не изменит вам. Я когда смотрю, думаю, Господи, как же русский народ жил вот в правильности жизни. И какую он стяжал благодать, что святые как бы были живые представители России. И Русь называлась святой. Почему? Потому что каждый город, каждый обитель имела святого. Северная Филаида, Киевские святые, Муромские святые. Каждый город, каждая страна наша имела своих заступников и покровителей. Вот благодать, видите, как на Россию изливалась. Но когда вот это пошло уже, упадок веры, да, и в священстве было расхождение, это раскольничество. Это, наверное, помните вы, вот, когда раскольники рассказывали при патриархе Тихоне, обновленчество было такое. Конечно, там уже благодати не было. И люди все постепенно с этой церкви обновленческой отошли. Вот так. Там было и предательство, там были и заговоры против святейшего Тихона. Вот. Но я смотрю, что Господь дает нашей церкви благоденствие сейчас. Господь заповедал нам, любите друг друга. Но не всегда так бывает. Почему? Потому что у каждого свой характер. Потом в одной семье отчине приходит. Мать на дочь жалуется, мать жалуется на сына, где пьянство, где разврат, где неудобство жизни. Вот
Конечно, в этой семье не пребывает полностью любовь, потому что здесь скандалы, проклятия шлют друг другу. Это уже не любовь и не христианская жизнь. Вот я всегда научитесь, Господь говорит, научитесь, я кроток и смирен сердце. Нет у нас, когда горделивость, уже от горделивого не ожидай хорошей любви и ничего такого. Вот. Бог гордо противится, смиренно дает благодать. Поэтому любить, конечно, это самое тяжелое, но мы должны всегда помнить, что Господь пришел и дал заповедь нам, заповедь новую даем, да любите друг друга. И мы должны выполнять. И как там все прекратится, а любовь останется до конца. Поэтому, переживая трудные дни, вот, вчера я смотрел, вы, наверное, смотрели, это герои, как один молодой человек спас там 13 или 15, с воды он сам замерз, а вытаскивал, который в автобусе, автобус провалился, и он вытаскивал, вытаскивал, и не смотрел на себя, что он замерзает. Вот это и есть самая наивысшая любовь, как душу свою полагает за други своя. Вот. И поэтому это, да, или человек, который должен столкнуться два поезда, он ради любви своих ближних, он жертвует собой, спрыгивает, потому что он прошел грузовой поезд и должен столкнуться с пассажирством. И он останавливает на ходу, вот этот, а они уснули, этот грузовой двое и помощник, они уснули. А вот он спасает, и все люди остаются живы. Вот это такая любовь божественная. Они даже сами не чувствуют, что сколько... А женщина, молодая девушка, она спасает с огня ребенка. Мужчины смеются, говорят, что ты едешь в огонь-то. Сама сгоришь, и ребенок все равно сгорит. Да. Она не боится, по водосточной трубе разбивает окно, и ребеночка одного. Вот как видите, нет большей любви, кто душу свою полагает за други свои. Вот это действительно христианская любовь, когда мы самоотверженно трудимся не ради только себя, а ради других. Вот как один ходит лекарство, кровь там сдает или еще что-то, чтобы спасти другого. Вот это самый такой долг христианский, когда мы стараемся душу свою полагать за други свои. Вот это наивысшая любовь. Я всегда говорю нашим прихожанам, как мы должны благодарить Господа. Сколько любви Господь посылает нам, и насущный хлеб, и все, как батюшка отец Александр сказал, теплые квартиры, отопленный газ, это, где можно скипятить водичку и покушать, и все. Хлеб Господь еще дает нам хороший. Все хорошее дает Господь. Только уметь благодарить Господа. Вот. А в скорбях радоваться. Так, как преподобный Серафим Саровский, он в скорбях, как мы в счастье ликующий, душу готовый отдать за других. Помните его стихотворение? Тихо тропинкой лесной пробирается, в кожаной мантии, в лычных лаптях. Крест на груди его медной качается, сумка с песком у него за плечами. Бьется соровка из лучистой впадины, сосен столетний красуется строй. И на ходу, подпираясь рогатиной, движется старец неспешной стопой. Да, белый на нем балахон, серебристой шапочкой ветхой прикрыт волоса, вглубь себя он устремляет лучистые, полные ласки, глубокие глаза. Силою он одарен благодатную, чуткой душой прозревает он даль, слышит он вопли людские невнятные, слышит он стоны, и всех ему жаль. Всех изнемогших в борьбе испытаний радость моя, он свердит, не скорби, грозы душевные, бури страдания, Господа ради, с улыбкой терпим. С плачущим плакать он рад унывающих, нежно ободрить, их дух подкрепить. Всех же Господень завет забывающих, учит он ближних, как братьев
любить, учит искать он богатство нетленного, чтоб не владела душой суета, ибо все время сокровище бренное в нашей душе не заменит Христа. Как блаженная Ксения, она раздала все имение свое и пошла, может, за Господом. Конечно, Господь не требует от нас такой великой жертвы, но по возможности от бедным, обездоленным всегда старайтесь помогать, и Господь благословит каждого из нас. Главное, чтобы был мир на душе. А если будет мир, как сказал, где мир и любовь, там и Бог. Да. Поэтому самое всегда старайтесь, чтобы быть в мире и в любви с Господом. Встреча с батюшкой, она была уже определяющая. Но действительно, это священник, которому Духом Божьим и благодатью дано зреть судьбы, проблемы людей. Буквально после первой встречи, после первого разговора, после трапезы, которая состоялась, после службы, батюшка взял меня в духовное чадо. Причем это было настолько естественно, настолько это как бы произошло все. Богу угодно, что мне потом, когда спрашивали меня, а как так получилось, что ты вот попала в чадо, в духовное чадо к такому старцу, к которому ты попасть под благословение непросто, я сказала, я не знаю, наверное, просто он Иоанн, и я Иоанн. Иоанн принял Иоанну. И то, что в моей жизни как бы есть такое судьбоносное значение, это имя я приняла постриг в честь Иоанна Крестителя, 7 июля у меня день тезаименитства. А батюшка по жизни, те, кто приходит в храм, знают, что он тоже идет очень непростым, скорбным путем. 18 храмов – это непростой путь. Наверное, вот это и также те трудности, с которыми мне приходится сталкиваться и по сей день возрождения обители. Все те, кому промыслом Божьим одет был крест, священнический или игуменский, настоятельский, знают, коль тяжел и труден этот крест, и как непросто его нести, чтобы оставаться в совести, в гармонии со своей совестью, с людьми и с Господом. И, наверное, высшее предназначение, высший дар батюшки – это помогать людям в любой ситуации, на любом их уровне, на любой их социальной ступени, в любых проблемах, с которыми они обращаются. Ведь приезжая к нему уже практически второй год, я вижу, что приходят к нему люди разные, с разными скорбями, в разных тяготах. И он мне чем-то напоминает отца Иоанна Крестьянкина, может быть, опять то же самое, опять Иоанн. Понимаете, вот он одной рукой левой берет, а правой, не ведая, что взяла левая, тут же отдает. Это могут быть и конверты. Но больше всего вот в этой передаче присутствует благодать, потому что та благодать, которая обильно изливается на батюшку, он без меры ее раздает. Конечно, те чудеса, которые происходят по батюшкиным молитвам, их просто не с числа, их невозможно все передать, потому что именно батюшкины молитвы о благословении началось возрождение нашей обители. Он первый как бы спонсор явился, первый вложил деньги в наше возрождение. И вот сейчас, спустя год, мы уже подходим к тому, что мы готовы начать восстановительные работы. У нас очень непростой монастырь XI века. В нем два памятника федерального значения. В очень сложном состоянии, практически аварийный. Но вот молитвами батюшки, его трудами, его поддержкой, мы, милостью Божией, вот этот весенний-летний сезон начинаем с возрождения крыши, фундаментов нашей обители. Но это, конечно, внешнее, а самое главное – это те внутренние обители, те внутренние кирпичики в наши разрушающиеся сердца, в наши разрушающиеся души, которые батюшка обильно изливает. Достаточно просто находиться с ним рядом. Он сам все видит, и иногда вроде бы вскользь, вроде бы в шутку, он говорит очень серьезные вещи, определяющие, которые потом являются такими, знаете, фундаментальными в духовной жизни. А для нас, конечно, для тех, кому Господь судил быть
и молитвенниками, и строителями, и финансистами, и администраторами в одном лице. Конечно же, иметь такого духовника, как батюшка, это великая милость, это дар Божий, это просто великое милосердие, потому что он в своем лице, он как бы он собирательный образ того пастыря, какой, каким он должен быть. И самое главное – это любовь. Любовь, которая, она изливается просто немерено на каждого из нас. Ну, а, конечно, стратегические какие-то такие жизненно важные вопросы, благословения на какие-то служения, на какие-то действия, всегда они проговариваются с батюшкой. Батюшка всегда дает очень мудрый совет, и просто приходится диву даваться, как он все-таки, будучи человеком уже в зрелом возрасте, конечно, не могущим знать всех моментов, всех особенностей сегодняшней жизни, очень непростой, коммерциализированный такой, да, полный препятствий, он глубоко духом прозревает все возможные препятствия и благословляет, дает именно правильное вот то направление, тот как бы духовный и социальный вот азимут, направление, по которому надо идти для того, чтобы получить тот плод, который, мера которому воздание будет не здесь, а там на небесах. Потому что все мы здесь, мы что? Все мы бренны, и мы выполняем все волю Божию. Мы все пришли не по своей воле. А вот уйдем мы тогда, когда Господь нас судит, и основная наша задача – это спасение. Вот по делам нашим, по нашим трудам, и будет нам оценены наши здесь поступки. Я желаю всем, кто сейчас вот смотрит эту передачу, смотрит этот фильм, встретить такого человека, как батюшка Иоанн. Пока и рядом с нами есть такие люди, земля наша не погибнет.